Болгарская сказка «Плохое слово не забывается». Была в лесу пещера, а в ней малые медвежата жили. Однажды неподалеку от той пещеры дровосек дрова рубил и заметил, как из кустов вылез медвежонок и запутался в кустах шиповника. Он силился и так, и сяк освободиться от острых колючек, да все впустую. Жаль стало дровосеку медвежонка. Положил он топор, подошел, выпутал медвежонка, взял на руки и отнес в пещеру. Потом снова занялся работой. А мать-медведица все это видела и решила поблагодарить мужика. «Ты сделал мне великое добро, человек», — сказала она. «Хочешь, мы станем друзьями?» Лесоруб согласился, и они подружились. Сначала мужик боялся медведицы, но мало-помалу привык к ней, и стали они большими друзьями. Каждый раз, когда дровосек приходил в лес, медведица помогала ему заготавливать дрова. Они встречались возле пещеры, где дровосек спас медвежонка, и каждый раз говорили, как добрые друзья. Они так сдружились, что и целовались на прощание. Но однажды дровосек сказал медведице: «Эх, добрый себя товарищ, все в тебе нравится мне, да только чувствую, есть в тебе что-то плохое». Мужик не подумал, что этими словами обидит медведицу, а та только головой кивнула. Медведице камнем в сердце эти слова запали, больно ей стало, но она промолчала, только вытянула шею и попросила: «Ударь меня топором по голове. Ударь, сколько силы имеешь, а то я тебя съем». Дровосек растерялся, начал говорить медведице, что не может ударить ее. А та, знай свое, твердит: «Ударь и все, а не ударишь, так съем тебя». Видит человек, не отступается медведица. Ну, замахнулся и ударил сильно, и нанес ей большую рану. Расстроенные разошлись, но договорились наведываться к той местности неподалеку от пещеры. Не раз приходил туда дровосек, бродил возле пещеры, но медведицы больше не встречал. Думал, гадал, не погибла ли она от раны. Он до сих пор не мог понять, зачем медведица совершила такое, ведь они были хорошими друзьями. Прошло много лет, дровосек уже и забыл про медведицу, но однажды случайно встретил ее в лесу. Узнали друг друга, поздоровались, разговорились, как старые знакомые. Когда дровосек составил на телегу дрова и хотел уезжать, медведица сказала ему: «А ну, друг, осмотри-ка мою голову. Сможешь найти место, куда когда-то ударил меня топором?» Муж развернул мех и видит, рана так заросла, что и рубца не видно. «Вот чудо, и не сказал бы, что здесь была рана», — воскликнул он. «А я хорошо помню тот день, будто вчера это было. Я очень сильно ударил тебя, даже думал, что ты погибла от глубокой раны». И медведица тут ему и сказала: «Видишь, мой друг, рана заросла. Я уж и сама забыла о ней, но того, что ты сказал мне, не забуду до самой смерти. Поэтому запомни, и самая болезненная рана забывается, а плохое слово никогда».